Здравствуйте, мои новые подписчики! Хочу вам рассказать о своем канале. На своем канале я буду много рассказывать об орхидеях, как за ними ухаживать, как добиться хорошего цветения, как вырастить детку из цветоноса, как поливать орхидеи, как сделать то, чтобы ваши орхидеи цвели постоянно. Мои орхидеи цветут круглогодично. Если вам это все интересно, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал и оставайтесь вместе со мной. Еще я вам буду рассказывать о том, как можно много приготовить разного вкусного в кулинарии, тортики, печенье, консервирование, все, что душа желает. В своем канале я буду очень много говорить о камелии, как можно ее вырастить из черенка, какой нужен полив, какое нужно освещение, зимнее и летнее содержание цветов. Затем я поговорю с вами о бегониях, как клубневых, вечно цветущих, разных. Все расскажу. Вы заглядывайте на мой канал. И будьте вместе со мной, я вам очень много буду рассказывать. Еще я вам буду рассказывать о своих любимых геранях, ампельных, королевских, плющелистных, зональных, розыбудных. Разные у меня цветы. Затем я вам расскажу о птицеводстве, кролиководстве, животноводстве. А клубники очень много. У меня очень обширный канал. И, пожалуйста, заходите на мой канал и оставайтесь вместе со мной. Спасибо за внимание.